Йо-йо-йо, чувак, чё, норм, чё, как чё? Всё круто, мужик. Готов кинцоглянуть? Да, сэр. Радио для чёрных. Я его не включал. То есть, это потому, что я черный? Я хочу, чтобы ты знал. Просто потому, что это я... Это не я включил. А кто ж тогда? Расскажешь? Я думаю, эта штука сломалась. Это не я. Ты уверен, что это не ты? Я ни за что бы не включил такую музыку, потому что в машине... Ты же слышал про такую штуку, как красиво? Может, просто подберем Амара и дальше поедем в кино? Ладно. Йо-йо! Чё, как, парень? Привет, бро. Радио для арабов. Ага. Не, я понял. Слушай, араб я... в машине, да? Я ему то же самое сказал. Это просто... Что? Это расизм, дружище. Не, она сама включила. Ты шутишь? Ты, может, вырубишь радио? Может, вырубишь его нахрен? Бросьте, ребят, это даже не моя вина. Эвели. Хорошо. Радио для латиносов. Сломалось, да? Я все. Он и со мной так поступил, представляешь? Со мной тоже. Давайте заберем Алекса. Просто заберем Алекса и поедем в кино. Че, как чувак? Че, гоним, да? Привет. Радио для белых. Я этого сейчас не делал. Люблю эту песню. То есть у тебя норм, а мне нет. Он сделает, потому что я черный. Его расизм не очевиден. Короче, ребят, все выходите из машины. Выходите. Я вам докажу. Выходите из машины. Ладно. Давай. Я докажу вам, ребят, что это не я. Ба, сядь в машину. Сесть? Один. Я говорю тебе, Алекс, теперь ты. Это радио? Видишь? Амар, залезай. Видишь? Лили, давай. А? И тут тоже. Вылезай, просто засунь туда руку. Походу, радио России теперь реально сломался. Но это и к лучшему, да? Это отлично. Да, отлично. Но было весело. Было отлично. Я очень хорошо время провел. Ну а ты, Руди, все равно расист. Еще, Руди, есть в плейлисте, вот прямо на этом видео. Перевел и озвучил виски. Ага.